Самый правдивый, самый честный репортаж сегодняшнего дня. Это 3 июня. В Москве 15 часов и 40 минут. А за окошком вы наблюдаете синее небо и летнее солнце. Солнце сегодняшнего дня только для вас. Друзья мои, все, я пошел на улицу. И никаких осадков уже не будет до самого вечера. Солнце светит, греет, поднимает настроение, и это 3 июня. Здоровья вам, мира, добра, не купайтесь. Не купайтесь в пьяном виде. Вечером звезды.